Я волком бы выгрыз иудаизм. К писатым почтения нету. К любым чертям с матерями катитесь любые обряды. Но этот... Бен-Гурион не впервые тут. К пограничнице очередь движется. Подают паспорта, и я подаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам ухмылка у рта, к другим отношения плевые. С почтением берут, например, паспорта с двуспальным английским левым. Короче, друзья, чтоб вам не скучать, не стану распространяться, как там берут паспорта у датчан и как у американцев. Но вот, приоткрыв брезгливо рот, разглядывая меня сквозь стекло витрины, девушка-пограничница берет мою краснокожую паспортину. Берет как бритву, как бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдоострую, берет как гремучую в 20 жал, змею двухметрово острую. Лама атаме дабере врит. Как будто уж и не вправе я. Будто бы я зана русит или крестный отец русской мафии. Я волком бы выгрыз иудаизм. К писатым почтения нету. К любым чертям с матерями катитесь любые обряды. Но этот я достаю из широких штанин. Оригинал драгоценного груза. Видишь, Израиль? Бог один, и я состою с ним в союзе.